Жимолость – настоящая находка для садоводов-любителей. Культура нетребовательна к условиям выращивания, расти и плодоносить на одном месте может до 60 лет. Прекрасно переносит и зимние холода до минус 50, и весенний возвратный заморозки до минус 8. Каждый сезон приносит стабильный урожай до 5 кг вкусных полезных ягод, в которых содержится большое количество витаминов и полезных веществ. Жимолость – непревзойденный рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Не зря эту ягоду в Японии называют источником жизни. В ассортименте питомника «Росток» широкий выбор сортов жимолости на любой вкус. К популярным сортам относятся «Аврора», «Бокчарский великан», «Лазурная», «Синяя птица», «Гордость Бокчара», «Лакомка» и другие. Посадив в саду жимолость, вы на долгие годы обеспечите себя и своих близких ранними целебными ягодами.